Друзья, вы на канале Есть Поесть, и сегодня предлагаю рецепт закуски, которая делается очень быстро и также быстро съедается. Она отлично подходит к мясным блюдам, в том числе и к шашлыку. Кстати, пока у вас готовится шашлык, закуска уже успевает промариноваться. Да и вообще, она настолько вкусна, что можно кушать и просто так. Список ингредиентов открывайте под описанием. Кабачки лучше брать молоденькие, так называемой молочной зрелости. Их нужно порезать кружочками толщиной примерно 3 мм. Я это делаю на специальной резалке для слайса, можно и ножом. Добавляю сюда резанный полукольцами лук, его я уже режу вручную, тоже тоненько. Кладу резанные петрушку и укроп, к тертому на мелкой терке чесноку добавляю чайную ложку с горочкой сахара и соли по вкусу. Столовую ложку яблочного уксуса и 2-3 столовые ложки растительного масла. И тщательно размешиваю. Сюда же можно добавить свежий резанный острый перец или сушеный молотый перец. Выливаю заправку к кабачкам и размешиваю. Вот и все, закуска готова, ее можно сразу подавать. То есть пока у вас будет жариться шашлык, например, вы успеете приготовить такое вкусное дополнение. Блюдо получается сочным и хрустящим. Не менее вкусное оно и на следующий день, единственное, что кабачки становятся помягче. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий, какие быстрые закуски вы обычно готовите. Смотрите на моем канале и другие рецепты, подписывайтесь на канал Есть Поесть, а я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне, увидимся в следующих видео.